У кого кошки любят так же, как Мася, лежать на одежде? Алиса достала сегодня свои шортики, Пупырку и ушла к бабе Лене, а Мася тут как тут. Все, Пупырку атаковала и лежит на этих шортиках, Пупырках. Вот я и принесла мышку, она очень любит ей играть. Она очень любит, когда есть какие-то перышки в игрушках, ей очень нравится. Ну и еще мне кажется, что вот эта мышка чем-то пропитана, наверное, какой-то травкой. Потому что она бывает ее находит в таких местах, в которых я даже вот не знаю, что она там лежит. Она как-то раз-раз захотела поиграть, пошла, ее нашла. Вот все, разошлась девочка. Ой, разошлась. Но она обожает эту мышку. Обожает она эту мышку. Смотрите хвостиком, как дергает. Разыгралась. Все, у нее уже начинает мордочка отваливаться. Мордочка отваливаться уже начинает у этой масечки. Тика-тика-тика-ти. Моя. Ой, это я тебе разрываю, прости, зайчик. Вот так. Давай я тебя подброшу. Йох. Нет, Мася. Вместе с Пупырками упала. Масенька, пойдем поиграем еще. Айда, иди сюда.